Продуманная тактика и четкая техника. Именно так воспитанники клуба «Дельта» боролись за победу на международном турнире по тэквондо «Шымкент Опен» в Казахстане. Соревнования проходили в течение 2 дней. За это время челнинским спортсменам необходимо было показать все свои навыки владения корейским боевым искусством. Сразу же после возвращения в набережные Челны мы встретились с покорителями Азии. Всего в состязаниях участие приняли 650 спортсменов из 9 стран. Россию на соревнованиях представляла команда из набережных Челнов – воспитанники клуба «Дельта». Несмотря на то, что соперники были достаточно сильные и техничные, за счет скорости, за счет техники они, конечно, напрягали наших спортсменов. Но ребята, в принципе, выполнили задачу и как бы от начала до конца поединка они вели атакующую манеру боев. Соревнования проходили в личных и командных зачетах. Спортсмены продемонстрировали групповые упражнения, а также навыки ведения боя. За выход в финал развязалась ожесточенная борьба. Каждому спортсмену нужно было одолеть по 6-7 соперников. Основными лидерами соревнований были хозяева турнира и представители Узбекистана. Мой третий бой против меня был синий пояс. В самом начале боя я хотел атаковать, но он начал фехтовать и попал мне в горло. Я начал паниковать и проиграл. Соперники были хорошие. Как по тылям, так и по спаррингам. Последний бой мне достался легче, чем предыдущие бои, так как я уже узнал их технику. В результате без наград никто из челнинцев не остался. В разных весовых категориях наши спортсмены получили 1 золото, 1 серебро и несколько бронзовых медалей. В командном зачете сборная России удостоилась 3-го места. Ян Ушакова, Ильнар Мустафин, Челны-24.